Всем привет, друзья! На рыбалочку мы опять сегодня. Сын вот. Первый раз в этом году с сыном на рыбалке. С сыном, с супругой. Старший сын, как всегда, не захотел, дома остался. Катались мы, короче, по Дарье, по прудам. Слабо, очень слабо. И вот приехали опять вот на Янгабадское озеро. Там озеро, короче. Опять я вот на этой точке. Карась клюет. Один за другим. Опа, опа, давай, сики. Есть. Есть карасик. Нет, конечно. Там все запуталось и перепутал. У меня так уже давно стало. Ну ничего, клюет же. Сейчас пока перейдем. Я вот. Ну, я свое тоже не могу. Я подправил так. Ага. Уже сколько карасей на одного и того же червя тут мать. Много, да? Да, вот они до сих пор целенькие еще. Мягкие, но еще есть. Опа! Тащи, тащи! Там он, наверное, офигел. Что он такое? Так. Глаза закрой. Это что? Это хирабуна, да, прикормка? Нет. Не хирабуна, это обычная прикормка. Не могу достать. Кого? Давай. Я уже думал рубанку. О, ты поменял, да, поплавок? А у меня же снасть оторвалась, я все поменял. А три коралловые черви. Да. Теперь их уже точно надо подкинуть. Ты что, опарышек покрасил? Да. Зачем? А тут нет. Другого окрасить лучше будет. Ты краской их покрасил? Специально. Смотри, ветер сильно махает, потом он запутается, потом подтянешь лучше.
Нет, смотри, не засекается почему-то. Так клюет, ты достаешь. Че, лапать что ли? Че так? Ты чего по кустам гоняешь? Вот смотри, вот опять у меня клюет. Лево, ноги. Ау, вот. Вот этот он тебя раздражает, да? Какие караси. Как лапы тебе, да? О, поближе, подтягивай, 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 вот так, все. Посматривай за моей, чтобы просто не утащило, хорошо? У тебя клет, смотри, потащил. Лапать, давай, давай, лапать. Ну не лапать, но ладонь. Ладошка вы есть, красава. Молодчик, че? Пойму я, почему у меня вот такая вот история. Что-то клюет, что-то пытается, но не до конца. Это не то. Ладонь. Ладонь? Ладонь. Ну ладно, это хорошо. Сейчас, быстро. Что-то у меня с крючком не то. Не получается засечь. Совсем что-то не нравится этот крючок.
вот сазан, он как сазан выглядит, золотистый какой-то. Опа! Ушел. Тоже отцепился? Да. Все, друзья, на этом вот карасики и заканчиваем сегодняшнюю рыбалочку. Уже вечереет, темнеет, а нам еще ехать. Такой вот карасик золотой, красивый попадается здесь. Вырос уже с прошлого раза. Таких уже не жалко забирать. Вот он. Ой. Вот он, ладонь. Давайте посмотрим, что мне удалось поймать с сыном. И мы начнем собираться. Вот, друзья, вот наш улов. Вот он, наш улов. Этого мы поймали на Сырдарье. А всех остальных шамаек, белянок, вот таких вот карасиков, мелких, правда, вот, натаскал сын. Я в основном не ловил, в основном он. Я поймал парочку штук. Сегодня у нас рыбак дня, Ренатик. Вот он. Вы были на канале Шеф Фишер, рубрика «Рыбалка». До новых встреч.